Ну, так сейчас, смотри, в Ярцеве живут люди. Вот такие дома, как флигель, да? Вот такие террасы, как ресторан, окна. Еще жалуются, блядь, что у них денег нет, а? И жалуются. Хотят коммунизм вернуть. Сволочи, чтобы опять продолжать вырывать. Негодяи. Пьянство при коммуняках. Талоны при коммуняках. Ну, а кто-то типа наживался сюда. Как корейка. Вот такой народ поганый в России. Живет хитрый народ. О людях не думают, только о себе думают. И посадить ближнего в тюрьму, придумать что-нибудь. Они так мечтают, люди эти. Людишки это, не люди. Коммуняки это придумали. Равенство, в кавычках. Равенство тюремное. На Беломорканалах. Вот это мне такое не надо. Нет.